Добро пожаловать на наш лекторий притчи Раби Иисуса. И я думаю, что мы уже привыкли к тому, что Иисус, он не является греческим баснописцем, а рассказывает свои притчи в таком же контексте, как говорят и другие раввины из других школ, которые существовали в тот же самый исторический период. И поэтому нам нужно понимать, что следует делать при истолковании притч, а чего не следует делать. Сегодня я хочу с вами разобрать одну очень известную притчу. Это притча, которая, на мотив которой складывается много очень детских христианских песен. Притча записана в 7 главе Евангелия от Матфея. И вот о чем она говорит. Итак, я читаю с 24 текста. «Всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Я лично сам имел опыт того, что значит дом, построенный на песке. Я вырос в городе Кузнецовске Ровенской области, где мой отец 1973 года строил Ровенскую атомную электростанцию. Был построен в 81 году и пущен первый энергоблок с мощностью реактора. Я уже не помню, что-то 400 мегаватт, 445 мегаватт. Такой же рядом с ним был пущен через 3 года или 2 года второй энергоблок. Уже строился мощный третий энергоблок с особо высокомощным ядерным реактором ВВР-1000. Гордость советского атоммаша. 1 000 000 киловатт. И вдруг обнаружилось, что город Кузнецовск располагается на местности с очень сложными горно-геологическими условиями, которые вызваны карстовыми явлениями. То есть это особая известняковая порода, которую грунтовые воды вымывают. И оказалось, под жилыми домами новыми, панельными, под школой, под реактором, где только угодно, начали образовываться вот эти вот пустоши. И возникла угроза серьезная. Если бы эти реакторы и все эти корпуса реакторных отделений, сделанные из сверхтяжелого бетона, представляете себе тяжесть этой конструкции, особенно вот эти вот два энергоблока миллионника, там же этот купол так сделан, и вся эта конструкция, чтобы выдержать падение пассажирского самолета и не развалиться. То есть его вес просто огромный. И вот сейчас это все могло просто под воду, под землю
провалиться под собственным весом из-за карстовой пустоши. Тогда мне было 18 лет. Я после школы попал работать в такую организацию, называлась она «Гидроспецстрой». И мы сутки напролет бурили скважины, искали эти пустоши, вкачивали туда бетон, чтобы как-то ликвидировать последствия. Сутки напролет, неделями вокруг реакторных залов, вокруг машинного зала, турбинного отделения стояли эти наши бурильные установки, бурили и качали бетон, чтобы атомная станция стояла таки на камне, а не на песке. Но все-таки это, как говорится, иллюстрация. Что такое камень? Когда христиане слышат слова «камень», что подразумевается? Христос. Это автоматически. То есть для человека, христианина, камень – это Христос. На каком основании? Ну, прежде всего, тут масса можно текстов найти. Мне сразу же на ум приходит 22 глава Евангелия от Матфея, где говорится: «Камень, который отвергли строители, стал главою угла». Несколько раз встречается это в Евангелиях. Естественно, здесь Иисус говорит о себе. Но, то есть, строим дом на Христе, да? Это хорошо. Так, кстати, детская песенка и звучит, если я не ошибаюсь. «Давайте же строить свой дом на Христе». Что мы сделали только что? Мы взяли текст из другой главы и перенесли это значение на притчу в 7 главе. И это, можно так сказать, автоматическое такое действие, которое делают многие христианские исследователи Библии, пользующиеся принципом соло скриптура. Что такое соло скриптура? Только Писание. Но как это понимать? Что более трудный текст можно пояснить другим текстом. Но насколько логично и правильно брать вот текст откуда-то из другой главы и применять его таким вот образом. Всегда ли это работает? Иногда работает. Но является ли вот такой вот метод универсальным? Понимаете, к притчам такое не всегда подходит. Вернее, в большинстве своем оно не подходит. И если мы взяли камень – это Христос, что такое песок? Где-нибудь в Библии еще вы видели песок, образ песка? Нигде. Нигде. В этом и проблема. То есть к чему я веду? Давайте вспомним. Мы говорили о трех типах притчи. Первый тип притчи – это какой? Притча, которая имеет что? Истолкование. Истолкование. Давайте посмотрим ниже. Тут у нас дальше написано: «Когда Иисус окончил слова сии». Вы думаете, там что-то будет ниже истолкования, если написано «окончил слова сии»?
Давайте посмотрим. Когда он сошел с горы, за ним последовало множество народа. Можно дальше читать. Думаете, мы найдем там истолкование? Вряд ли, да. То есть мы отбрасываем. То есть явно нету этой притчи истолкования. Какой второй может быть вариант? Да, возможно, эта притча является вторым типом, типом иллюстрации. А как мы знаем про иллюстрацию? Вот если мы смотрим, притча, которая имеет истолкование, у нее всегда в конце ключевое есть фраза, вот притча о сетеле. Кто имеет уши, да слышит. Тут точно ищи внизу истолкование. А притча второго типа – это притча-иллюстрация. На еврейском она звучит как «лама давар доме». Мы об этом уже говорили на наших предыдущих лекциях. И вот здесь это слово означает «чему я уподоблю сие». Итак, «всякого», 24 текст, «кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю». Вы понимаете? То есть это все, это однозначно мы видим, что это притча иллюстрирующая. Иллюстрирующая какую-то идею, какую-то концепцию. Чем притча-иллюстрация отличается от притчи с истолкованием? Тем, что притча истолкования, все должно быть истолковано. Если мы взяли камень, это Христос, а песок оставили песком, не пойдет. Камень – это камень, а песок – это песок. В притче, иллюстрации. Но нужно разобраться, что же эта притча иллюстрирует, потому что здесь у нас и так, то есть здесь у нас какая-то продолжающаяся мысль, здесь говорится о словах каких-то сиих. То есть что за слова, надо поискать, что за слова были сказаны выше. Ну, давайте глянем выше. И вот мы видим интересные слова. Я прочитаю с 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Мы уже на предыдущих лекциях с вами говорили, что Царство Небесное, оно на небе? Нет, на земле. Внутри нас Царство Божие. Это Евангелие от Луки. А вот Царство Небесное – это что? Школа Иисуса. Поэтому притча о плевелах – это поле, это мир. Царство Небесное – это мир, в котором мы растем, как ученики Иисуса. Но вот, чтобы… Это школа, то есть туда надо поступить. Что Иисус говорит, не всякий, который заявляет, что «Господи, Господи», все, он уже принят, ему пришло письмо, да, пришел, сказал «Господи, Господи», там пришел на следующий день на стенке списки поступивших, нашел себя. Не-не-не, недостаточно, недостаточно. Есть еще один критерий. Веры, вернее, признание Иисуса Господом недостаточно. Что еще нужно? Но исполняющий волю Отца моего Небесного. Волю. Есть такое красивое греческое слово. Телема. Отсюда телевидение, телепатия и все, что связано со словами «теле». А слово «телема», оно очень интересное. Если нам посмотреть, мне было в свое время интересно посмотреть, как это слово появляется в греческом переводе ветхозаветных текстов. И я обнаружил, что оно появляется в первом псалме.
Это так звучит первый псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа, в греческом, телема его». Вы понимаете? Вот что значит исполнять волю Отца. Исполнять волю Отца. То есть это не просто абстрактное понятие. В законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. Вот эта вот притча-иллюстрация, кстати говоря, она является концовкой, финалом Нагорной проповеди, которая начинается у нас в 5 главе. И если вы помните, какие слова первые, ключевые, звучат в Нагорной проповеди. Блажен. Макариос по-гречески, по-еврейски ашрей. А в первом псалме с чего начинается? Блажен. Вы видите, какая параллель? Первый псалом. Один блажен. А Нагорная проповедь – это как такое крещендо, да еще и с реверберацией. Блажен, 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 блажен. Вообще, если вы посмотрите, по структуре, Нагорная, по литературной структуре, Нагорная проповедь, она буквально построена как увеличенная копия первого псалма. Блажен, который не ходит, не сидит, не стоит на пути грешников, развратителей, нечестивых. То же самое здесь. Блажен. И вот дальше здесь рассказывается о характере. То есть практически что у нас? Первые 16 стихов – это развернутый первый стих первого псалма, рассказывает о характере человека, который следует за Богом. Здесь фактически, если так разобраться, Нагорная проповедь – это не что иное, как публичное объявление программы в школе Иисуса. Иисус фактически вот только возвращается из пустыни, да, и он собирает народ, теперь он раввин, он хочет пригласить в свою ешиву учеников, и вот он хочет рассказать, да, какие качества, да, требования к абитуриентам. Вот это блаженны, это требования или ожидание к поступающим. То есть вот это как бы то, что будет в этой школе самым главным. Ну, смотрите дальше, первый псалом. Блажен, кто не делает то, 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 но в законе Господа воля его, и о законе его он размышляет день и ночь. Смотрим здесь. Не думайте, что я пришел нарушить закон и пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, я читаю Матфея 5, 17, 18, ни одна черта, ни одна йота не пройдет из закона, пока не исполнится все.
в законе Господа, воля Его, я не пришел нарушить закон. А теперь дальше. И о законе Господа размышляет он день и ночь. А дальше все, что вы видите в Нагорной проповеди, это размышление Иисуса о Торе. Что значит о законе Господа размышляет он день и ночь? Друзья мои, Библия нас не учит трансцендентальной медитации. Это не значит, знаете, в свое время, я не помню, кто эту молитву изобрел в раннем христианстве, вот эти вот четки, да, и вот эта так называемая молитва такая, делаешь так, берешь: «Господи Иисусе Христе, спаси мя грешного», да, и вот я читал одного православного богослова, который говорит о пользе такой молитвы, потому что когда ты вот мысли свои, то есть его аргументация была такая, когда ты вот мысли свои наполняешь вот именно вот этими словами, постоянно повторяя, что ты грешник, который нуждается в прощении, ну, логика есть, да, то вот тебя искушения не будут одолевать. Друзья мои, извините, это не то, чему Библия учит. Это библейское, это не библейское, это, в общем-то, восточная трансцендентальная медитация. Пытаться вот таким вот образом мантры повторять. Псалом 1 не учит нас постоянно повторять содержание декалога. Размышление день и ночь – это значит, что закон Божий является предметом постоянного изучения. И вот что мы непосредственно изучаем? Понимаете, что это намного шире 10 заповедей. И вот как раз пример изучения закона показывает нам Иисус дальше в 5 главе Евангелия от Матфея, где он берет различные законы и показывает их этическое применение, да, не убей он разбирает, не прелюбодействуй, показывая их границы. Вот, то есть вот это размышление над законом. Друзья мои, что мы сейчас с вами видим? В традиционном христианском представлении Иисус Нагорной проповедью своей принес новую религию. Но если мы внимательно вчитаемся в структуру Нагорной проповеди и увидим язык Нагорной проповеди, начиная с греческого слова «макариус», «блажен», которое, в общем-то, переводит еврейское слово «ашрей», то мы видим, что вся Нагорная проповедь – это исключительно о законе и о его роли. Это размышление Иисуса о законе, это как бы мастер-класс, будем так, да, вот мы не знаем, что это за учебное заведение. Я вот когда приехал поступать в Объединенный Иудейский Религиозный Институт, так вот перевожу я с английского учебное заведение, в котором я учился, Hebrew Union College. И вот я приехал посмотреть на него, и декан меня пригласил посидеть в классе профессора истории древнего мира Дэвида Вайсберга. О, я был так впечатлен. Это был мастер-класс. То есть Нагорная проповедь – это вот это мастер-класс Иисуса, потому, который показывает, как он будет своих учеников Торе обучать. Но мы говорили, какое обучение Торы без притчи, которая является упражнениями. Ну и соответственно, дальше, если мы пойдем, мы увидим, да, не так нечестивые, они как
Мякина, или, как здесь у нас, синодальный перевод, они как прах, возметаемый ветром. Нечестивые, как прах, возметаемый ветром. Не то ли в расширенном виде нам подает Иисус в конце Нагорной проповеди, говоря: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Это очень важный момент. Дальше Иисус продолжает нас. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от имени ли Твоего мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли?» Вы понимаете? Сегодня для многих часто истинность того или иного учения или истолкования Библии в той или иной церкви измеряется наличием всевозможных чудес и исцелений. Но, друзья мои, я хочу вам сказать, тут написано: «Не и от имени ли мы твоего пророчествовали?» Мне приходилось видеть в церквах, встают люди и говорят: «Я пророк». Ну хорошо, ты пророк. Если ты пророк, значит, у тебя особые отношения с Богом. А почему ты элементарных вещей не знаешь? Например, не знаешь заповеди номер 4 и не учишь ее соблюдать. Если ты этого элементарно, что и мне открыто, потому что я читаю это на страницах Священного Писания, а тебе это не открыто, как я могу поверить, что тебе что-то открыто, что мне не открыто? Вы понимаете эту логику? Вот поэтому Иисус и говорит на таких, которые именем Его якобы чудеса творят, Он им отвечает: «Тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, что? Делающие аномия по-гречески, отрицающие Божий закон». И вот по это иллюстрируется у нас в притче. Оказывается, камень — это здесь не Христос. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи». Камень – это соблюдение воли Отца Небесного. Оно в законе. А песок – это аномия, отрицание закона Божьего. И вот эти нечестивые, которые не размышляют о законе день и ночь, они как прах, развиваемый ветром. А вот то же самое здесь. Можно говорить сколько угодно: «Господи, Господи», но если не иметь основания на Торе, на законе Его, то это все будет как построение дома на песке.